Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. Сегодня мы снова играем с нашим пушистиком Томом. Ну что, друзья, давайте за ним немножечко поухаживаем и вперед открывать наши коллекции, карточные коллекции. Ну что, друзья, сводим для начала нашего котика в туалет. Так, закрываем дверки. Том, давай быстрее. Нас ждут наши друзья. Ребятки, какой он смешной, смотрите. Ребята, а вы уже играете в эту игру? Если играете, обязательно ставьте свой лайк. Посмотрим, сколько нас таких игроков. А мы вместе с Томом пойдем избавляться от этих назойливых мух. Так, каким мылом сегодня мы будем купать нашего котика? Предлагаю взять... Давайте возьмем мыло бабочка. Оно очень красивое. И летят у нас вот такие вот клевые бабочки. Так, отлично. Можно смывать. Мухи уже все-все-все улетели. Наш Том чистый, блестящий, пахучий. Так. Только очень голоден. Давайте его кормить. Дадим ему вкусное мороженое. Так, можно дать киви. Давайте дадим яблочко. И, конечно же, его любимое мороженое. Вот так вот оно действует на моего котика. И другу нашему, конечно, дадим вкусное мороженое. Он его тоже очень любит. Готово. Так, наш Том совсем-совсем не выспался. У нас есть бутылочка зелья. Так, уже лучше. И что еще нам осталось, ребятки? Нам осталось поднять настроение нашему Тому. Предлагаю открыть наш волшебный сундук и посмотреть, как мы можем поднять быстро Тому настроение. Так, у нас где-то есть боксерская груша, с которой Том очень-очень быстро поднимает свое настроение. Так, осторожнее, только в нее нужно бить аккуратно. Давай, Том, еще ударчик, отлично. Ого-го. Да, ребятки, сейчас, если груша попадет нашего Тома, я представляю, как далеко отлетит мой котик. Вау! Ого! Том, ты жив? Фух, по-моему, все в порядке. Зато смотрите, ребят, настроение моего Тома уже почти стопроцентное. Так, ну вот, стопроцентное настроение. Опа! Давай-давай, правой! Правой эту грушу, молодец! Смотрите, как клево! Вау! Вот это да. Ну что, ребят, настроение подняли? В принципе, можно и полетать. Так, кстати, а что у нас с коллекцией? Сейчас посмотрим. Мы зимнюю коллекцию все открыли? Нет, ребятки, у нас в зимней коллекции остались Сани Санты. Угу. Так что давайте не терять времени, ребят, открывать коллекцию... Рождественскую нашу коллекцию попробуем сегодня найти Сани Санты. А так, в принципе, у нас уже все карты зимней коллекции открыты. Кстати, у меня осталось на эту коллекцию, ребятки, всего лишь один час, один день и 8 часов. Так что нужно успеть. Сегодня нам нужно обязательно найти эти Сани Санты. Так. Хрустящий снег, это дубликат. Давай, Том, запрыгивай в наш самолетик и полетели. Будем сегодня искать наши сани. Ребятки, а вы уже собрали зимнюю коллекцию? Кто собрал, ставьте лайк. А мне осталось найти еще одну карту. Ой, снова эти пряничные человечки. У нас уже в столовой их столько, то, наверное, целый год хватит кушать моему Тому этих пряничных человечков. Так, открываем еще один подарочек. И что же будет в ней? Так, елка, это дубликат, картина елка. Как же мне найти эту коллекцию? В принципе, ребятки, эту карту я смогу купить, но она стоит 3200, если я не ошибаюсь, звездочек. У меня пока не хватает такого количества звездочек. Так что, ребятки,
воспользуюсь нашими полетами. Ребята, а вы не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал. На нашем канале очень много интересных для вас видео. И еще, друзья, если вы хотите услышать приветик от нашего канала, в комментариях пишите свою фамилию и имя. И я обязательно передам приветик вместе со своим пушистиком. Так, я очередной раз заправляю свой самолетик и вперед открывать подарочек. Неужели мы сегодня не найдем эти сани-санты, а очень бы хотелось. Так, и что у нас за карта? Рождественские пудинги. Кстати, у нас тоже их уже довольно много. Давайте я еще раз посмотрю, сколько стоит эта карта. Кстати, эта карта будет радужной. Так, да, 3200 звезд. В принципе, правильно, как я и сказала. Так, запрыгиваем в самолет и летим. И вперед открываем наш подарочек. Вот так вот. Что же будет в нем? Так, не вижу я радужной карты. И это были глаза снежинки, тоже дубликат. Вперед, следующий полет. Открываем еще один подарок. И ищем наши сани. Так, я вижу уже здесь золотая карта. Снежный дом, но зато за эту карту мы получаем 100 звезд. В принципе, неплохо. Полетели. Открываем подарочек. Так, смотрим, что в нем. Не вижу я радужной карты, ребятки. Снова рождественские пудинги. Неужели нам сегодня не повезет? Да, ребят, если мы сегодня не найдем эти сани-санты, то у нас завтра останется всего лишь один день. Вот, смотрите, радужная карта. Возможно, ребятки, сейчас нам очень повезет. И давайте смотреть. Ну же! Эх, это костюм эльфа, а я так надеялась. Ого! Ничего себе, вы видели, друзья, 400 звезд. О, что случилось, Том? У тебя сопельки. Скорее в нашу аптечку, сейчас мы тебя вылечим. Что дать, ребятки, укольчик? Или вот так вот высмокчем эти сопельки. Опа! Так, отлично. Теперь наш Том здоров. Возвращаемся обратно. И не теряем времени, запрыгивай, Том. У нас очень-очень мало времени осталось. А все-таки очень хочется найти сани Санты. И это будет последняя карта с нашей зимней коллекции. Так, здесь у нас обычная карта. Это снова дубликат, картина «Снеговик». Следующий полет. Полетели. Да, ребятки, что-то мне это уже не нравится. Время-то уже совсем-совсем чуть-чуть осталось. О, по-моему, радужная карта, ребята. Ну же, пожалуйста, сани-санты. Эх, нет, сундук со звездами. Такой сундучок тоже у нас есть. Смотрите, ого, 400 звездочек. Круто. Так, следующий полет. Может быть, мы все-таки и насобираем звезд, и тогда мы сможем купить эту недостающуюся карту. Так, здесь у нас, по-моему, обычная карта. Да, это снова картина «Елка» дубликат. И следующий полет. Полетели. Открываем новый подарочек. Ребятки, а вы собрали какую-нибудь коллекцию? Напишите мне в комментариях. Так, следующий полет. Пока, ребятки, нам не везет. Ну же, Том, давай, открываем подарок. И смотрим, что здесь. Так, обычная карта, и снова у нас дубликат елки. Ого!
Полетели. Так, вижу, что мой Том уже, ребятки, немножечко подустал. Уже снизилось у него настроение. Не расстраивайся, Том. Все будет отлично. Так, снова картина «Снеговик», дубликат. И еще один полет. Открываем новую коробочку. Вижу уже, что здесь точно не наша карта. Рождественские пудинги. Полетели. Ребятки, а вы не забывайте подписываться на наш канал. Так. Нет, ребят, вижу снова обычная карта. Это глаза снежинки. Ну что, сделаем еще один полет. И нужно будет нам снова поднимать настроение нашему пушистику. Так. Что за карта здесь? Здесь уже я вижу обычная карта, не та, которая нам нужна. К сожалению. Да, это снова картина «Снеговик». Ого, ребятки, сколько снеговиков мы сегодня собрали. Так, Том, печальный ты совсем. Давай мы с тобой немножечко поиграем. Открываем наш сундучок. О, смотрите, у нас сразу баскетбольное кольцо и баскетбольный мячик. Давайте по традиции, ребятки, попробуем забить 5 мячей в баскетбольное кольцо. Отлично, 3 мяча забито. О, куда же укатился наш мячик? Так, четвертый мячик и последний. Пятый. Сейчас. Оу, что такое? Вот он, есть. 5 мячей забито и 84% настроения у нашего Тома. В принципе, можно продолжать наш полет. Полетели. Вперед. Открываем новый подарочек. Так, ребятки, вижу, у нас золотая карта, не та, которая нам нужна, но мы должны получить 100 звезд. Так, отлично, 100 звезд наши. И следующая карта. Вернее, следующий полет. И сейчас мы увидим, какой будет следующая карта. И снова у нас обычная карта. И снова елка. Ой, ого, уже елок тоже очень много мы насобирали. Кстати, ребятки, как у вас прошел праздник Новый год? Напишите мне в комментариях, какой подарок вы получили от Дедушки Мороза. Мне очень интересно. Так, а я открываю свой подарок для Тома. И у меня, ребятки, снова обычная карта. Это... Опять у нас пудинги. Да, вот это у нас уже пудингов и пряничных человечков уже ого-го. Так, следующий подарок. Что же это будет? Сейчас посмотрим. Эх, ребятки, чувствую, не видать нам сегодня Сани и Санты. Напоминаю, что у нас, ребятки, завтра... Последний день найти эти сани. Так что, если в этой серии не удастся мне их найти, посмотрите обязательно завтрашнюю серию, ребятки. Уж завтра точно мы их найдем. И открываем коробочек. И снова у нас обычная карта «Хрустящий снег». Это дубликат. Ух ты, ребят, смотрите, у меня уже 3000 звездочек я собрала. В принципе, может быть, еще немножечко полетаем, и мы соберем еще 200 звезд, и я смогу купить эту карту, недостающую нам карту. Так, что здесь у нас? Ну, у нас рождественские пудинги были. Так, еще один полет. Открываем подарок. Так, сейчас бы нам было бы круто открыть золотые карты, нам бы сразу дало
100 монет. Вернее, 100 звездочек. Снова рождественские пудинги. Да хватит нам уже их. У нас их уже ого-го, не помещаются уже в наш холодильник ваши пудинги. Так, открываю еще один подарок. И снова у нас обычная карта. О, пудинги! Вот это да! Так, заправляем самолетик и летим, летим, летим. Открываем очередной подарок. Так, снова у нас дубликаты. У меня уже 3080 звездочек. Ну что, ребятки, наверное, делаем последний полет на сегодня. И время у нас заканчивается. Так что, скорее всего, будем открывать подарки, ребятки, завтра. И обязательно найдем Сани Санты. Так, все, ребят, у нас снова пудинги. И у меня уже 3115 звездочек. Так что, ребят, в любом случае, если нам не удастся завтра найти Сани Санты, я обязательно куплю эту недостающую карту. Ну что, на сегодня, к сожалению, время у нас заканчивается, ребятки. Пишите мне свои комментарии, ставьте лайки. Конечно же, подписывайтесь на наш канал и жду вас в следующей нашей серии. На сегодня все. Всем пока-пока. До скорых встреч, друзья.